Активное участие в голосовании на выборах приняли и жители Карачаевска. На всех избирательных участках представители всех возрастов, отдавая свой голос, отмечали, что будущее в их руках. О том, как проходили выборы в Карачаевском городском округе, узнавал Алихан Лепшоков. С раннего утра в избирательном участке номер 66, находящейся на базе первой школы Карачаевска, многолюдно. Шамиль Узденов вместе со своей дочкой пришел на выборы. «Для меня участие в голосовании – это мой долг, и считаю, что каждый должен осознавать ответственность за наше будущее», – отметил он. Многие спустя рукава к этому относятся, но каждый на своем месте должен сделать свой выбор. Я хочу, чтобы вот подрастающее поколение жило в прекрасной стране. Я из того поколения, которое вырос в Советском Союзе, перемены 90-х повидал. А сейчас подрастающая молодежь даже не знает, как может быть плохо. Так что вот сейчас живем, слава богу, ни в чем не нуждаемся. Ну, всегда какие-то трудности бывают, не без этого, но все познается в сравнении. По словам председателя избирательного участка, голосование прошло в штатном режиме без нарушений. Важно отметить, что здесь очень доброжелательная атмосфера и организовано все для безопасности граждан. Проходит последний день голосования из трехдневного срока. Выборы проходят активно. Граждане, проживающие на нашем избирательном участке, проявляют высокую степень ответственности, доверяя тем самым нашему руководству. Мы надеемся на благополучный исход сегодняшнего дня. Настоящая праздничная атмосфера царила на 65-м избирательном участке, находящегося на базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева. Артисты отдела культуры Карачаевска встречали избирателей яркой музыкальной программой. Обязательно надо выбрать человека, чтобы он заботился о людях. Выборы? Это заключается в том, что желание всех людей, не одного-двух человек, а всех берется. Избирательный участок посетил мэр Карачаевска Марат Урусов. Он отметил, что жители, вооружившись хорошим настроением, идут на выборы. В течение этих трех дней администрация городского округа постаралась, чтобы избиратели могли комфортно выполнить свой гражданский долг. В целом все идет в штатном режиме, никаких жалоб не было. Народ настроен позитивно, посещаемость стабильная, высокая. На всех участках организовали праздничные мероприятия, чтобы показать людям, что выборы – это своего рода праздник. У нас работают в певцы отдела культуры города Карачаевска на разных участках, причем как бы одновременно. А вот так весело и вкусно проходили выборы на избирательном участке, который расположился в здании КЧГУ имени Умара Алиева. Здесь каждый мог выпить горячий чай из самого большого самовара ручной работы, вместительностью 64 литра. Избиратели, отдав голос за своего кандидата, наслаждались во дворе университета чайпитием и веселой музыкой. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.